Сегодня шестой день похода, у нас дневка, и мы идем изучать окрестности. Сейчас зайдем на родник, потом поднимемся на вершинки, посмотрим море. Дневка должна быть активной. На сосне выросла еще микрососна. Сгусток такой энергии. Да, вот стоянка, здесь еще одна, на Бештекне, она закрыта от ветров. И вот здесь у скалы даже столик есть. Вон гамачный рай можно сделать в соснах. На Петринской Яйле находится вот такое урочище Бештекне. Здесь несколько прудов, лесочки. И редко, что редкость для Крыма, постоянно здесь же горный родник, не пересыхающий, даже самое жаркое лето. Родник называется родник Тамары Антоновой. Набрали водички здесь попить и дальше пойдем исследовать горные вершины. Наша цель — сходить посмотреть стоянку под названием «Отель Миллиард Звезд». Вот он где-то здесь на вершинке. И мы надеялись увидеть снег на Яйлах, но пока вот смотрим, снежников нету. Девочки, как настроение? Ура! Вот мы выгребли на стоянку, называется «Миллиард Звезд». Вдали гора Кошка. Вот гора Кошка, скала Дива. Видишь, скала Дива? И Миха сразу смотрит, гамачный рай, чтоб был. Отель «Миллиард Звезд». И с таким видом на ночную Ялту. Вообще. И здесь стоянка настолько хороша, что мы прям подумаем, может переселиться сюда сегодня вечером. Потому что нам все равно сюда выгребать. Завтра наш маршрут пойдет по этому хребтику и уже в сторону Бадарских ворот. Ура! Мы на вершине. Здесь красота. Тут офигенно, офигенно. Такие виды. Ребята в восторге с этого места, залипают. Вот для этого есть дневка, чтобы вот так прийти неспешно, отдохнуть, полюбоваться, сделать фотосессию. В таких местах и запах моря, и запах полыни. Вот этот теплый воздух с моря поднимается, он такие потоки выносит здесь. Ах, прям не надышишься. Сейчас идем на горку, здесь будет видно наш дальнейший маршрут. О, в те долины мы уходим. Идите сюда, здесь очень красиво. Здесь потрясающий вид на Байдарскую стену. Вот вдали такой пупырек, гора Спирады. Вот нам завтра туда добраться, оттуда уже начинается старая римская дорога. И по долине уходим туда. Потом объезжаем этот хребтик. И уже по низу мы возвращаемся, съезжаем в поселок Семиис. И там уже начинается у нас морская программа. Не хочется уходить прям. Там скалистые горы, скалы, тут южный берег, дворцы, парки. Ветра нету, да, вообще ветра нету, затишье. Хотим еще на экскурсию вот на эту гору сходить. Скорее всего, пойдем. Тетки там выдают и в одной позе, и в другой. И какие-то фотосессии у них по полной. Там. Как называется, Миш? Не видно, да? Гало. Ребят сказали, гало называется. Такое сияние вокруг солнца. Идем искать еще какую-нибудь видовую точку. Какие мощные толстые иглы у сосны Комарова. Да, вот самый настоящий подснежник. Первые цветы, которые появляются весной. У нас же не зря поход называется «Крымские подснежники». Вот такие вершинки, забираемся. Внизу наш лагерь, стояли вчера много туристов туда, к вечеру приходят к роднику. Такая была доброжелательная атмосфера, общались, они к нам проходили, мы к ним приходили. Живое общение с туристами. Утром они все пошли по маршруту, а мы остались на дневку. Ну что, там видно что-нибудь? Поднялись на Кригапунт. О, здесь уже можно даже Воронцовский дворец найти. Вот каменный хаос снизу, видно, обваливались вот эти глыбы, и вот эти пух-пух-пух-пух-пух, и среди них уже сосны выросли. Рассматриваем, может быть, пройти на байдарках вот это побережье, но пока оно не видится нам интересным. Может быть, и проблемы там будет и с ночевкой на берегах, потому что везде санатории, дома отдыха. Вот
это здесь обрывчик. Страшно подходить аж. Ого, ого. А вот следы оленя на Яле. Вот, вот. Козы намного меньше. Здесь много оленей, здесь хорошо, травы много, есть лёжки, дикие места. У нас сегодня ужин. Такой обычный туристический ужин. Просто делаем роллы. Это легко и просто. На самом деле, везешь рис, везешь эти нори. Миша здесь накатывает. Нужен тревожный сыр, крабовые палочки, огурцы. Ламбор, дайте интервью, как вы делаете? Как вы дошли до этого? Как я докатился до этого? Да, да что, все просто. Сейчас берешь и делаешь. Дома делал несколько раз, а что бы не сделать в походе, почему нет? Поленница то из роллов пополняется все. А теперь девчонки нарезают, такая поленница получилась. Прям у нас как японский ресторан, да, девчонки? Переночевали, 7-й день похода, температуры около нулевых. Если спальник летний, чтобы как-то в нем выживать, полностью все на себя одевать и закрывать открытые участки тела. Ну так, доброе утро, сегодня у нас интересный день предстоит. Смотри, тут нам пришли гости. Барни, смотри как. Лагерь просыпается, солнышко уже припекает. Едем дальше в сторону Байдарских ворот по Яйле. Все оставили здесь, все чистенько. Поляна здесь шикарная, идеально для палаток, просто ровная, большая, много места, рядом родник. У нас сегодня не будет по пути родников, мы набираем на целые сутки воды, чтобы нам до завтрашнего утра хватило. Это должно быть у каждого по 2,5-3 литра. Вот полный запас воды у нас на сутки. Вот здесь две фляги по 0,8. По флягодержатель литр и самый супер НЗ, такая бутылочка. Сегодня, чтобы нам пройти маршрут, нужна взаимопомощь на тропе. Потому что много крутяков, каменных завалов. Едем за Мишей. Ну здесь он по своим весам даже не тормозит. А если на него еще сесть, то он вообще не будет оттормаживаться. Очень крутой спуск. Нас сегодня ждут, девчонки, великие дела. Ну, у девчонок пока нормальное настроение, это радует. Пока нас не матерят, это хорошо. Это хороший признак с утра. Вы так описывали эту дорогу, что я боялась, думала, будет очень страшно, а она нормально, прокатываем. Катишь себе и катишь. Ленка в пропасть ушла, ой. Меняем батарейки на рации, чтобы были на связи с этой группой. Красивая змейка, продвигаемся. Такой серпантинчик небольшой и вся группа у нас. Это дорога от Бештекне до Спиранды. Почему мы по ней пошли? Потому что основная дорога идет вот по этому хребту пешая. Но там для великов практически непроходимо. Там много скал, она пешеходная тропа. А здесь параллельно ей идет альтернативная. Ну, более-менее пока велики катим. Уже 1 километр из 2 прокатили. Но там она более видовая, она с видом на море. Но мы сейчас выйдем на гору Спиранды и там насладимся видами. Посмотрим на море. И оттуда начинается старая римская дорога, на которую мы хотим попасть сегодня. А шикарнейший поход! Я почти дошла до нужной кондиции. Отлично, протащили 1,5 километра по лесу, по камням, на себе. Ну, а дальше видовая классная часть такая. Вот эти две тропы, вот пешеходная, да, она чуть по низу, под горой идет. Мы выходим на вот этот перевальчик, там делаем привал, сходим на вершинку, позалипаем туда на море, да, и вниз катим в долину. Мы сейчас идем чисто траверсом, практически не набирая, не теряя высоты. Ага. Только потом набор на седло. Да, ровно и более-менее тропа неплохая, можно даже ехать места. Любуемся видом горы Спиранда. Как она, Спиранда или Спиранда, как ее надо как-то... Или Спирады. Нашли здесь стояночку такую видовую. Вид на море потрясающий. Поехали. Такие тропы мы про себя называем Ковальтим. Ну, кто знает, тот поймет, про что это идет речь. Есть такой человек в Краснодаре, который любит прокладывать такие горные тропы. Артем Ковалев. Ему бы здесь понравилось, наверное. Сейчас с горы ехал, вилка, ну, на 7 сантиметров продавливается. Ага. Блогеры вышли на охоту. Почему он на меня напал? Да. Спасибо.
Ну потому что сама первая идешь. Группа там еще сзади плетется, а Юля здесь. Молодец. Давай-давай, еще немножечко. Блогеры, видишь, они снимают, но не помогают. Порвался тросик у Юли. Тормозной. Хорошо, хоть не на спуске. Да, Юлечка? Вон наши дороги сейчас. Вниз. А так бы... Карно. Это не лечится. Вот оттуда, вот с той самой крайней точки, через все горы, с велом. Все, диагноз неизлечим. Но красота неописуемая. Посмотрите на Юлю, она настолько сурова, что просто рвет тормозные тросики в хлам просто. Да, на спусках таких. О, нет, это будет. Не я. Поднимаемся на вершинку. Ну да, вершинка видовая. Лена здесь, она любит на обрывах постоять. Вот эту гору мы смотрели вчера. Вот это высокая гора, оттуда мы пришли. Пеши по вершинке, а мы вот по низу вот так. Ну, живописно здесь вершинка и не сильно страшно. Давай, Женя, давай руку. Давай. Ползи. Сегодняшний день нас готовили, что будет очень сложно. И говорили, там по камням надо будет ползти, карабкаться, все дела. Ну, скажу я вам, оказалось все не так страшно, как писали. Покарабкались чуть-чуть, чуть-чуть покатили. Мне даже понравилось, потому что вокруг шикарные виды. Смотришь, впитываешь и крутишь. Ну, в смысле, катишь по камушкам. И вот. Ждем дальше, у нас приключения продолжаются. Там что-то будет дальше интересное еще. Я чувствую себя настоящим горным велосипедистом. Велотуристом. О, ребята нашли геокешинг. Туда надо наши визитки положить. На вершине в маленькой пещерке нашли тайник. Сейчас я иду к велосипедам. Снова спустился с вершинки. Возьмем наши визитки и там положим. Кто-то оттуда заберем. Так принято. Изучают девчонки, пацаны, тайник. А смотрите, вон тайник. Это пещера-то в форме сердца. Что там, посмотрим. Глубокая? О. Да. Такая сушь-сушь, а здесь хи растут растения. Здесь видно влажность такая повышенная. Заложили на горе Спиранды наши визиточки. Кто его найдет, заходите на наш канал, посмотрите про наше путешествие, как мы сюда добирались. Что-то как группа начинает вести разговоры про еду, значит уже проголодались. Время к обеду. Эта пещера непростая, она как обычно сердечная и с любовью. Крым нас любит. Сделали общую фотку, у нас единственная такая будет. Так, ну все, едем, спускаемся аккуратно до ближайшей развилки, одеваем все шлемы. Сегодня много таких спусков интересных, драйвовых. Кто ехал в кепке, теперь одел шлем, чтобы было более безопасно их преодолевать, более уверенно. Сегодня торопиться не будем, потому что, ну, лучше мы в гараже ночуем, чем в долине. Ракета нашего клуба. Езжаем все ниже и ниже. Здесь дорога просто в цветущем лесу. Красотень, да, девчонки? Цветущий лес. То есть там была суровая красота, а здесь такая она более нежная. Да. Парковая дорожка, да? Догоняем Ленку, которая никуда не торопится. Она впитывает эту красоту. Теперь догоняем Настю. Вот по таким камням. Уха! По камушкам, а по камушкам речка бежит вдаль далекую речку синюю. Майор. Я спускаюсь и тебе не могу отвечать. Ля-л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 я. Здесь красиво и хорошо, и поэтому сейчас подъеду я и скажу тебе, что. Я на связи, ехал на спуске. Как слышите, прием. Принимаю громко и четко, едем по лесу. Какого рода должна быть развилка, на которой ждать? На любой равнозначной ждем и ориентируемся. Случайно увидели в лесу, стоянка называется Кабаний колодец. Вот сама стоянка, мы здесь решили пообедать, у нас как раз времени по второго. И вот дежурные пошли у нас на колодец. Ну, вода нормальная, да?
Вообще чистенькая водичка. Здесь мы тогда на вечер и наберем. Ого! Вот это такой холодец здесь глубокий. Бочка стоит. Вот низина, вот карстовая воронка, и отсюда, наверное, пополняется. Видишь, он фильтруется, и вода сюда выходит. Да, вставай. Наливай. Да, вода – это жизнь в Крыму, конечно. Встретили ребят здесь хороших с Белгорода. Уже вторую группу или третью мы здесь встречаем. Много очень детей ведут. Молодцы, когда вот те люди, которые организуют детские походы. Сейчас это все так сложно. Человек, наверное, 30 детей вывести в поход. Это, можно сказать, героический поступок по нынешним временам. Потому что я чую, наверное, много согласований нужно. Здорово, здорово, чтобы приучивать детей к такому виду туризма, любить нашу природу, нашу родину. Ребята с Краснодара шьют вот такие сумки нам дали. Лена на руле. Не мешает, не болтается. Это называется кормушки. Ну, удобная вещь. Потом мы сделали на нее обзор. Да, уютненько здесь стояночка, конечно. И случайно увидели на карте, рядом с нашей стоянкой обеденной, пещера под названием Кристальная. 150 метров от дороги. Ну, тропа идет, сейчас посмотрим, что она себя представляет. Здесь даже указатель есть, памятник природы. Называется Карстовая шахта Максимовича. 110 метров на разломе. Площадь 1 гектар. Там шахта просто, да. 4 9-этажки. Короче, ребята, здесь просто колодец, ну метра, наверное, 4 в диаметре. И дна нету там. Дна не видно даже примерно. Вон там она вот такая. А вон с той стороны видно что-то? Сейчас Лена с той стороны посмотрит. Сейчас кинем камень, послушаем, где он там хоть. Что там видно лучше? А ну. Ого, ого. Кидай. Давай, кидай. И тишина. Вот пещера впечатлила, в принципе, такой прям колодец куда-то. Представьте, вот мы от дороги сейчас 110 метров шли, а это в глубину 110 метров. По нашей тропе встречаются вот такие памятники партизанам. Базировался и вел тяжелые бои с немецко-румынскими захватчиками и пособниками. Балаклавский партизанский отряд. Те, кто приняли смерть. Здесь с настоящего штыка, к нему приварена звезда. На настоящий штык от трех линейки сделан такой памятник со звездой. Вечная память нашим героям. Поселилась в сердцах живых этот вечный огонь. Нам завещаны одним, мы в груди храним. До Саночки жесткий спуск такой каменистый в сторону Родниковского. Но уже открываются виды такие интересные. Вокруг такая красота, что ты, в принципе, от спуска от этого не устаешь. Чем ниже, тем более природа. Вот так проснулась уже. Лес зеленый. Здесь горы совсем другие. Здесь что-то такое итальянско-доломитовое, такое средиземноморское. Как технично проезжает Леночка в спуске. Стоя на педалях, так все, жопка кверху. Там, где велики, ребята, говорят, уже добрались, в принципе, до смотровой. Но у нас уже здесь виды открываются красивые. Здесь такие можжевеловые леса, сосновые более... А, да, здесь везде можжевеловые, сосновых не видно, одни такие можжевельники. И там где-то внизу водохранилище. Но у нас такие сегодня качельки, после горы Спиранды такие, ну, серьезные качельки. Давай, мы вышли на гору Изюка Западная. Сейчас вот смотрим, здесь, наверное, будем ночевать, вид потрясающий. Здесь вид на море, и тут же сразу видно... Чернореченское водохранилище, которое питает город Севастополь. Вот, внизу Чернореченское водохранилище. Команда сказала, даже вид не на миллион, а на 3 миллиона. Обустраиваем лагерь на горе. Вот, здесь Лена в палатке, это значит запустить котика. Она ложится, смотрит, чтобы было ровно. Вот здесь мы пристегнем велосипеды. Андрюша там даже для гамака нашел место. Там 2 ясеня. Восьмой день похода и 8-й день безоблачный. Погода нас радует. Сейчас продолжаем маршрут. Вот с этой вершинки, на которой мы ночевали. Падаем сейчас вон через те поляны вдалеке. Поселок Родниковское. Потом едем на Орлиное. С поселка Орлиного мы выкатываем на перевал Байдарские ворота. И потом по старому Севастопольскому шоссе едем в поселок Семииз.
Все собрали, полянку оставили в чистоте, красоте. Едем дальше. Сегодня был ветер ночью. Ну, ребята некоторые плохо поспали, потому что палатки шебушило сильно. Но, в принципе, все хорошо. Настроение бодрое, веселое. Вперед. Утро начинается с таких красот у нас. Ну что, поехали. Опа. Такая горная тропка здесь по вершинкам. Сыпуха. Крупная сыпуха, неприятная. Но ехать можно. И красиво. Группа уже просвистела вниз. Догоняю, замыкаю. Ну что, так тренируется техника спусков, да, девчонки? Ну а красиво едешь, как в парке вообще. Здорово. Такие можжевелы вековые здесь вокруг нас. Эх, хорошее утро, хороший день, хороший поход. Хорошие мы. Да, Олег? Хорошие мы? Они что-то поедают, они чебрец нашли. О, сегодня чай с чебрецом, да, будет? Да. Как вам парковая дорожка? Это было великолепно, но на меня нападает мой рюкзак. Как он нападает на тебя, рюкзак? Я еду, он сзади наступает на меня. И занимает всю мою площадь. Значит, круто. Значит, крутой просто спуск. Ну что, с парковой дорожки резко вниз теперь наша тропа. Все, все пошли в какое-то ущелье. О, трейл, трейл чистой воды. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Вот так, отлично. Едем, едем, едем. Так, еще между камушками нужно протиснуться. Вот мы почти съехали в село Родниковское, которое находится на берегу такого красивого водохранилища Чернореченского. И дальше по асфальту мы сейчас уходим в село Орлиное на горизонте. Ну, живописно. Озеро такого цвета сегодня, бирюзового. Ну вот, Родниковская, въезжаем. Все. Мы в Родниковском, ура! Жили у нас на пятый день снова асфальт. Как по нему катится хорошо. Скучились по купальным речкам, выехали в поселке Родниковское. Искупнуться, привести себя в порядок. Река Узунжа питает Чернореченское водохранилище, которое мы видели, съезжали сейчас к нему. Для велотуристов такие купальные речки – это редкая радость. Наверное, часик постоим, приводим себя в порядок и дальше рвем поселок Орлиное. Эти цветы, может, вы там видели, они такого воскового, с восковым налетом, блестящие, называются лютики. Самые обыкновенные лютики, которых воспевают в русских народных песнях. Все, двигаем с реки Узунжа до Орлиного, закупаемся и на место ночевки. Ну, у нас перевалы и самая красивая велосипедная асфальтовая дорога. Большая Севастопольская шоссе. Оно... Вот так мы быстро приехали в поселок Орлиное. Проехали по Байдарской долине. Спустились в поселок Орлиное. Здесь такая движуха, потому что здесь люди едут на перевал Байдарские ворота. Он такой живописный. Церковь Воскресения, поэтому здесь и рыночек хороший, и хозяйственный магазин. И мы даже нашли здесь бензин. Калоши у нас закончился. Ну, в тех местах, где нельзя костры жечь, мы готовим на бензине, на бензиновой горелке. Сейчас лепешечки купим, овощи, фруктики. Нам сегодня нужно на ужин и на завтрак взять продуктов. Тут припаркован наш флот. Когда едешь, кажется, не столько много велосипедов, потому что как бы все растягиваются там где-то по горным тропам, по асфальту, но здесь прям такой нескончаемый поток велосипедов. И Димины ноги здесь тоже затесались в кадр. Пополняем запасы воды, продовольствия. Яйца даже взяли, 30 яиц нам надо до вечера навести в целости и сохранности. Начали подъем на перевал Байдарские ворота, и тут срочно с нами приключилась
приключение. Захотелось всем покушать. Да, и смазать цепи, потому что после гор там как бы цепи не актуальна смазка, а здесь прям будем вкручивать сегодня. И еще спрятаться чуть-чуть от жары. Ну, такая небольшая сиеста. Буквально на выезде с Орлиного есть родник. Он круглогодично действует, не пересыхает, поэтому кто едет на велосипедах, в Орлином можно воду не покупать. Здесь хороший напор, хорошая питьевая водичка, никогда нету из машин очереди. Ну, мы с собой стараемся все время пополнять. Везем, чтобы быть автономными, везем по 2,5 литра каждый. Тогда бы не привязаны уже ни к источникам воды, ни к родникам. Мы просто едем, наступает время вечером, часов 6, там 7, ставит лагерь. Мы выбираем самое красивое место, которое нам понравится, и ставим. Едем когда по маршруту, и иногда встречается группа велотуристов. Мы машем, приветствуем там звоночками. Но иногда попадаются совершенно отмороженные, которые ноль эмоций совершенно. Ну как не поприветствовать братьев по разуму, я не знаю. Привет этим группам. Откуда еще узнать веломаршруты хорошие, если не из живого общения? Мы встречали ребят с Луганска, на Ульянском водохранилище. Все, мы им свои маршруты рассказали, они свои, взяли их на заметку. Они где-то наши варианты будут использовать, мы их варианты. Перевал Бадарские ворота, он на самом деле не крутой, едет в такой тени леса, птички поют. Сейчас были в Орлином, там жарят, как на сковородке. А здесь хорошо, все закручиваем мы. А вот, собственно, так выглядит перевал Бадарские ворота. Заехали, даже не запыхались. Въезжаем в арку. Это был основной путь, который соединял Ялту с Севастополем. Потом построили ниже новую трассу. Вариант парковки велосипедов. Один рюкзак в стенку и 5 рюкзаков, рюкзак к рюкзаку. И вот они так стоят в одну кучку. Никто никого не завалит, очень удобно. Либо вариант для мажоров. Поставил на подножку и все, и он стоит. Я уже 20 лет без подножки езжу, но хочется купить. Ты собираешь прям на ней, да? Что он держит? Я собираю прям на ней рюкзак. Цирковая собака, смотри. Вон стоит за рюкзаком, смотри. Оп, оп. Небольшая экскурсия церкви воскресенья. Некоторые участники здесь у нас не были ни разу. Бля, ну как впечатление? Ты не была здесь? Нет. Очень красиво. Такие столбики, как в фильме «Кавказская пленница». Они ехали, они такие тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Такие старинные крымские столбики. Здесь такая декоративная дорога. Вот, например, кипарис молоденький. А это дерево называется земляничник. Дерево без коры, вечно зеленое. Справа море, слева вот такие скалы. Здесь дорога, которую нужно проезжать потихонечку, все рассматривать, останавливаться, фотографироваться, любоваться растениями, любоваться видами. В общем, наслаждаться от поездки на велосипеде. Вот так медленно и уверенно, как тракторы первых пятилеток, мы взбираемся на горные серпантины. На Еллах жарюка стоит, а здесь, ну, было жарко, да, но здесь все равно пасмурность ниже, чем на Яйлах, как бы шапкой накрыта. И поэтому прохлада такая, хорошо. Солнце в такой красивой дымке, прям как луна. Теле Алису с Москвы. Алиса, привет! Общаемся по велопоходам, по бадарочным. Ну, много интересного узнали от Алисы, много интересного она от нас узнала. Ну, ставим лагерь такой ураганный, прям с гор спускается туман. Перепад такой, температур видно. Ну да, сурово. Только что синее небо было, все так. О, сурово, сурово. Сегодня будет суровая ночевка у нас. Ветер аж стонет в соснах. У нас затишок, ну такой относительно небольшой. Сейчас максимально укрепляем палатки. Все растяжки, какие есть, используем. 9-й день похода, 9 мая. Проснулись вот в таком сосновом лесу. День Победы сегодня. Слава нашим дедам, которые боролись за свободу нашей Родины. Вчера ехали вот под этими скалами. Севастопольское шоссе старое, которое соединяло Ялту с Севастополем.
И вот с этой расщелины накрыл нас ураганный ветер 30 метров в секунду. Прям страшно, что творилось, вот эти черные тучи на нас сбегали. Нам пришлось свалить вот сюда в лес, выше чуть. И рядом с шоссе мы поставили лагерь. Но ветер до того усилился, что нам пришлось снова снимать лагерь и валить уже ниже. Вот сейчас мы возле поселка Олива, и здесь вот ночевали. И вот наш лагерь в лесочке. Вчера черные тучи несло, а сегодня просыпаемся, оказывается, нас такая красота окружает. Проезжаем по поселку Олива, и тут случайно нашли вот такую виллу Штирлиц. Здесь жил и работал писатель Юлиан Семенов. И такая памятная доска. Красиво, да, с видом на море. Вот море. Но мы по поселку Олива сейчас сваливаем вниз, и у нас начинается культурно-морская программа. Ох, а какой запах сирени! Выехали на нижнюю трассу, теперь у нас перегон до Голубого залива, и дальше мы спускаемся в Семииз. Ветер также порывами до 20 метров. Спускаемся по этой долине вниз. Приезжаем в Семииз, вот гора Кошка, вся улеплена скалолазами, излюбленное их место. Здесь такая контруклоном гора. Вот это поворот, приехали в Семииз, а тут сцена празднования Дня Победы проходит. Чувствуется южный берег, и каштаны расцвели. Проезжаем знаменитую красивую аллею кипарисовую, семиизскую. Фух, ну и подъемчики в Семиизе. А вот и лепешечки. Сейчас будем лепешечки. Иногда обеды у нас не получается готовить, когда мы в поселках. Устраиваем вот такие хаотичные перекусные цыганские таборы. Прямо посреди поселка. В Семиизе закупились продуктами. Сейчас едем в Воронцовский дворец. Ну, по парку погуляем. И потом скатываемся вниз на место ночевки на Алупкинский городской пляж. Такая смотровая, прям необычная здесь. Вот едешь, потом раз, такая смотровая, лавочки. Ну что, мы зря столько ехали к южному берегу Крыма. Да? Чтоб теперь у нас только залипательная программа. Едем, никуда не торопимся, наслаждаемся видами. А виды сегодня вот такие волшебные у нас. И сейчас едем на пруд с лебедями, с уточками, наш любимый. Мы едем на озеро Сердце. Все, съезжаем во дворец Воронцовский. Вот охранник жук. Только заехали, он сразу передал на ту проходную, что заехали велосипедисты, груженные в парк. Могут заночевать здесь. Но в парке, да, на велосипедах нельзя, только пешком. Хотя очень хочется, потому что здесь такие тропинки интересные. Парк Воронцовского дворца, по моему мнению, он даже интереснее Никитского ботанического. Здесь те же самые растения, но они как-то более высажены интересно. Фонтанчики, пруды, искусственные водопадики, газончики по-другому разбиты. Ну и сам дворец. Особенно интересна южная терраса, и с нее вид на гору Опетри. Сейчас пошли в верхний парк. Как же здесь фантастически красиво. Вот этого не знает кедр ливанский. О, озера. Пойду я лебедей поснимаю. Иди сюда, жук. Да. Давай. О, давай, давай, молодец, давай. Кульминация нашего похода. Мы приезжаем в Воронцовский парк на верхнее озеро. Называется озеро Сердца, потому что оно в форме сердца. Наша суперская команда. Миша, Юля, Лена, Дима, Андрей, Женя. Вот появилась Лена, участница нашего похода. Лена, Леночка. Сейчас идем в Нижний парк. С Нижнего парка мы выезжаем на городской пляж Алупки. Мы планируем там заночевать. Вот под этим камнем мы сейчас будем ночевать внизу. Там тупичок, люди не ходят, очень хорошо. И сегодня у нас первая ночевка на море. Зажимаем оба тормоза и ткать, кать, 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 кать.
Ну, первый прокол у нас на девятый день у Леночки. Где? На что ты наехала там? Не знаю, там только железяка торчала ржавая. А дельфинчиков здесь просто... Целая стая дельфинчиков приехала. Пожалуйста, дельфинчики, вот тут. Дельфинчики, выплывайте, вот дельфинчики, выплывайте. Вон. Вон дельфинчик, вон появился, да. Как они гребут? Не, они... Да, вот, ну да, вообще так. Первый опыт Миши на контактах. Взял у Андрея кроссовки с контактами. Ну давай, как? Ну... Опа. А если резко? Андрюха приручает дракона. Здесь к нам в лагерь прибежал. Вот такое драконище. Андрюха, давай, давай, давай. Победи его, давай. Борьба. Супер борьба человека и собаки. Ого, за руку прям. Ого. Класс, молодец, 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 собака. Ребята сооружают здесь лагерь. Завтра все мы разберем и на место все понесем. За собой мы всегда оставляем идеально чистую поляну. Просто идеальную, стерильную. У нас на окончание похода традиционное блюдо. Это вареная картошка молоденькая. Целый казан. Лепешки узбекские. И скумбрия холодного копчения. Очки режут салат. До сих пор его найти не может. А что у нас салат? Помидоры, огурцы? Да. У нас сегодня ужин вот такой. Скумбрия готова. Картошечка готова. Вся команда в сборе. У нас всегда есть свет. Компания всегда есть. Компани. Компани по-немецки это рота. И у нас сегодня рота на ужине. Дискотека пошла в разгаре. Дискотека от Джеки. Ого. 10-й заключительный день похода у нас. Сегодня мы готовим яичницу. Яичница из 30 яиц. Вот, мы зажарили лук, зажарили бекон, много помидоров. Залили эту яичную массу из 30 яиц молоком. Сейчас взбиваем. И вот нашу поджарочку закидываем. 30 яиц с молочком. Ждем теперь, когда эта вся масса загустеет в казане. Миски к бою. Вот такая получилась у нас яичница. Чем мне нравится майский Крым? Ну... Уйди, блин! Ну, барбаклей, блин! Барбаклеща вырезать! Чем мне нравится майский Крым? Ну, во-первых, вот эта вот атмосфера приключений, неожиданностей. Ну, вроде бы знаешь, что тебя завтра ждет, но оно все вот как-то так поворачивается, немножко наоборот. И все время есть какая-то недосказанность, интрига, и в конце все завершается хорошо. Даже когда нас вот лесники пытались оштрафовать, а потом еще раз сумели поймать. Это вот такой адвенчур, такая интересная история, которая долго-долго будет потом запоминаться. Отличный спетый, спитый коллектив, с которым можно и в Крым, ну, собственно, мы и в Крыму. Кругом грозди альпинистов свисают. Стрекочут мотоциклисты, и ты сам такое неведанное чудовище, которое катится на велосипеде с контактом. А еще у нас была совершенно замечательная, удивительная погода, весь этот маршрут. И это подарок от природы. Спасибо тебе, природа. Короче, Андрюха дает интервью, тут нападение барбаклещей со всех сторон. Что-то не попад... В дневном походе. Ну, на самом деле, я думала, будет гораздо сложнее, что вот это вот тащить вел в гору 10 дней, это прям будет... Прям будет тяжко. Думаю, я день на третий, четвертый уже начну ныть. Но нет. На третий день я только втянулась во все это. Пошли самые такие красивые виды, стоянки, обзоры. С великом уже вросли, я не знаю, с природой вросли полностью. Это, да, это самый запоминающийся, как минимум, отпуск последних 5 лет, это точно. И мне очень понравилось. Особенно... Понравились виды с гор, спуски. Последний спуск был вообще шикарненький, где камушки, такой даунхилл настоящий. Был супер, всем спасибо. Ищем место, где искупаться. И все, мы поехали. Через 4 часа у нас автобус, мы хотим проехать Солнечную тропу. Окраина Воронцовского парка. Полянка такая живописная. Мы выкатили сюда велосипеды. Ну, погода, как всегда, радует. 10-й день и все время солнышко. С Воронцовского дворца до Розы-Люксембург, до остановки, начинается Солнечная тропа. Довольно-таки серьезный набор высоты. Тягунок,
Здесь канатная дорога такая древнейшая. Интересные кабинки такие, как инопланетные, над нами летают. Ну, санаторий, видно, какой-то в горах. И на пляж отдыхающий ездит на таких кабинках. По южному берегу несколько параллельных дорог. Южнобережное шоссе, вот Севастопольское шоссе и трасса наверху. Ну, один город перетекает в другой. Они живописные, вот встречаются вот такие дома старинные. Протяженность 6711 метров. Это до Ливадийского дворца. Вот так мы дружненько, тесненько едем по Солнечной тропе. Одна из достопримечательностей. Пройти ее полностью. Может быть, кто любит бегать, пробежаться, кто любит на велосипеде проехать. Ну и для пешеходного туризма она хороша. Она идет параллельно берегу моря. Есть смотровые точки. Но как такие дорожки не назвать волшебными, когда ты едешь по ковру из хвои в середине сосновой аллеи. Лавочки здесь есть для отдыха. Вот это Миша устроил здесь. Наверное, самое красивое место гамачное, да, которое у нас было. Ну, на Белом море тоже неплохие места, но здесь тоже так, ух. Сейчас люди будут проходить в шоке, они тоже так захотят отдыхать на Солнечной тропе. Это мой третий поход уже по Крыму, велопоход. И это первый поход именно по горной части. За эти 9 дней удалось побывать в разных сезонах, начиная от уже жаркого лета с зелеными-зелеными лесами, мимо средней части весны с цветущей сиренью и заканчивая только подснежниками, это на вершинах Ялтинской Елы. Я очень рада, что я, ну, открыла для себя вообще велопоходы, потому что это возможность путешествовать и пешими тропами, и автомобильными, и я считаю, что это лучшее вообще средства для путешествий. Поэтому рекомендую всем попробовать обязательно. Может быть, понравится. В походе очень порадовала погода. Не было ни дождя, не было сильно холодно. Все было очень комфортно. До этого похода я не представляла, что с велосипедом можно вообще путешествовать по таким сложным вообще пешеходным маршрутам. Мне бы никогда не пришло в голову полезть туда с велосипедом. Поэтому такие трудности преодолевания таких подъемов каменистых, это было впервые. Это очень интересный опыт. Я рада, что я попробовала это. Поход прошел отлично, я очень доволен. Погода нам способствовала, вообще была прекрасная, солнечная такая, хорошая. Коллектив отличный, слаженный, скатанный уже такой. Вот, поэтому атмосфера была хорошая. Что еще добавить? Крым, как всегда, красив, все было прекрасно. Жаль, что поход заканчивается, но ничего, мы еще сюда вернемся. Ну, много было горных троп, где-то приходилось катить велосипеды, где-то и тащить. Вот, где-то спускались очень интересно, экстремально. Но все прошло благополучно, без падений, поломок и прочих там нюансов. Очень вкусная еда была. Самое главное, да, повара, все дежурные у нас отлично отработали. Вот, кормили нас вкусно, так что домой приедем, придется худеть. Все было отлично. До новых путешествий, друзья. Все. Хочу рассказать про этот поход. Он у меня третий велосипедный поход большой. И я бы сказала, что самый тяжелый. Был в моей практике уже Крым горный, но почему-то он мне дался легче. Сейчас было очень много подъемов, очень много спусков. Я закручивала, спускалась. Но я в этот раз была такая ракета, которая плетется в самом конце. И я благодарна нашей группе, которая меня не бросала, всегда поддерживала, ждали. И когда я закручивала на какой-нибудь очередной перевал, они меня аплодировали и говорили, что «Лена, ты молодец, все-таки закрутила». Поддержка, она очень важна. Нас в походе вкусно кормили. Завхоз распределил все меню, все было по полочкам, всегда были сыты, всегда были выспаты. Сам Крым, он, как обычно, радует своими красками, своими яркими, яркой зеленью. Где-то она уже буйствовала, где-то она еще только-только просыпается, так как май. Уже много было цветочков, видели пионы, видели маки. Это поляны каких-то желтых, сиреневых, белых цветов. Это было просто красивое буйство. Ты смотришь на это и залипаешь. Поэтому
ехать на подъемы было не так грустно, когда ты находишься в шикарном лесу, ты просто вдыхаешь фитонциды и радуешься происходящему. И, кстати, за моей спиной открывается вид на горы, в которых мы были. Вот оттуда мы спустились, и теперь здесь, на солнечной тропе, наблюдаем сию красоту, наш поступок, наш поход. До новых встреч на канале «Сею позитив». Ну, у меня это первый поход велосипедный, именно велосипедный долг. Мне очень понравилось, особенно закат на горе Бьюка. По-моему, так называлась гора. Не помню, в общем. Там закат с видом на водохранилище, на Севастопольный, на Керман. Маршрут прекрасный был. То катили, то неслись. Уставала, да, конечно. Мы все уставали. Как без этого? Зато вчера, например, мы скатывались с горы этой Бьюка по камням. Я все время скатилась на велосипеде верхом. Все ноги себя обила, все в синяках. Но я думаю, это скоро пройдет. Это синяки хороших впечатлений. В Крыму я была в основном только зимой на новогодних праздниках и в осенний видела Крым, но морской. А вот именно весенний Крым, когда начинает все распускаться, листочки так раскрываются, цветочки, бутончики, которые только-только должны раскрыться, так все было прекрасно и красиво. И погода была очень солнечная, нам повезло. Конечно, штормило пару дней, палатку чуть не унесло вместе с нами, прямо не перевернуло. Было страшно в этот момент, но мы все преодолели, мы довезли все яйца. До новых походов, до новых встреч. Смотрите наш канал, там очень весело и позитивно. Пока! Вот и заканчивается наш крымский поход майский. Я очень рад, что мы преодолели весь маршрут. Группа была слажена, физически подготовленная. Миша завхоз удивлял нас казанными блюдами. У нас была картошка по-узбекски, плов, суши мы делали, роллы. Ну, трудно перечислить, но просто это какой-то гастрономический тур. У нас очень мало было именно трасс каких-то асфальтовых, много тропок было лесных. Внизу каштаны распускаются, вверху только подснежники еще. Мне очень понравился поход, спасибо всем участникам. Главное в походе это люди, люди, которые сеют добро, сеют позитив. Было весело, интересно. Для чего мы сюда едем? Мы едем в Крым для того, чтобы впитать эту красоту, посмотреть вот на тот мир, который нас окружает. Просто эмоции переполняют, после похода эмоции переполняют. До новых встреч! На нашем канале. Смотровая, вот этот камень, он называется Утюг. Отсюда вид санаторий Курпаты. Входит в десятку самых красивых зданий, построенных в СССР. Народ называет Шестеренка. Вид, конечно, отсюда открывается на миллион. Ну все, нас ждет автобус уже в Ливадии. Поехали. Да, Юлечка? Спускаемся. Здесь даже трейлинг небольшой есть. Вах, виды. Вот такая тропочка вдоль моря. Да, это просто сказка какая-то. Замечательное окончание похода. Много людей интересуются велопутешествиями, мы со всеми по-доброму общаемся, всем рассказываем. Резиденция последнего царя российского. В таком красивом месте мы заканчиваем наш поход. Да, волшебное местечко, волшебная погода. Поход был классный. У нас были елки, березы, подснежники. И от подснежников мы доехали до пальм. Грустно, конечно, немножко, что заканчивается поход. Погода позволяет еще много-много путешествовать дальше. Вот и наш автобус, который нас забирает с Ялты. Сейчас грузимся в прицеп и домой, Краснодар. 10 мая закончился наш поход. У девчонок стресс. Сейчас проехали чуть по трассе, конечно, они аж в слезах. Лучше по этой трассе никому походы не планировать, потому что здесь такой трафик, такая движуха, обочины практически нет. Очень опасная дорога. Это дорога с Симферополя до Севастополя, вот нижняя. Вот так мы крепим велосипеды. Вот так с таймяун ставится. Ничего не разбирается, только руль поворачивается, вот сейчас будет видно. Вот так руль поворачивается, и он в подвешенном состоянии висит. И вот так рядышком 2, 3, 4, 5, все 9 велосипедов. Специально заточен прицеп для перевозки велосипедов. Наш автобус очень комфортный, есть такая подсветочка, здесь USB. Над каждым местом удобное сиденье от какой-то иномарки. Я возил сюда там. А здесь я сюда. Можно на дальняк ездить на таком. Прям он заточен под дальники, реально. Все сделано для удобства пассажиров. У каждого даже бутылочка с водой здесь рядом. Крымский майский поход наш прошел прекрасно. Мы оказались в разных вселенных. Мы были
и в диких горах Крыма, и в диких степях Крыма, и в зацивилизованном южном берегу, и дворцы посмотрели, и парки. Мы зацепили такие места, в которых наименьшая концентрация населения и наименьшая концентрация путешественников и туристов. И это была замечательная ночевка на горе Западная Бизюка, да, где наверху стоит триангуляционный пункт и ни души вокруг. Прекрасный вид на Чернореченское водохранилище, море и чертову лестницу. Единственное, конечно, ветер нас там потревожил немного наверху, но в целом виды были великолепные. Вначале ехали через Бахчисарайский район, великолепные места. Особенно запомнился поселок Научный с его телескопами и в целом атмосферой такой несколько постапокалиптичной. С погодой в походе нам очень повезло. Но что было очень интересно и характерно, что внизу уже цвела сирень, а когда мы поднялись на Айлу на высоту 1200, нашли там подснежники. И, может быть, поэтому Лена назвала этот фильм именно так, «Крымские подснежники».